Ну, в общем, чем занимаются деревенские люди по вечерам? Ну, честно говоря, не знаю, сидят дома. Вот, но у меня есть одна очень важная обязанность. Сейчас я вам продемонстрирую, что я делаю каждый вечер. Это вот специально такой вот ящичек. Здесь находится счетчик и автоматы. И я делаю следующее. Я работаю включателем света, фонарщиком. Тем самым фонарщиком, про которого рассказывал Экзюпери в «Маленьком принце». Помните? То есть он зажигал фонарь и выключал его. Зажигал и выключал. Но вот выключаю не я. Выключает у меня сосед, потому что он с утра идет за водой и выключает. В принципе, вы скажете, что там может быть стоять автоматика. Да, конечно же, она там стоит, но она не работает. За этот год поменяли уже две автоматики, и ничего не работает. А, ну, на самом деле, что же делать? Копеечная автоматика. Вот. А около своего дома у меня всегда есть автоматический вот такой вот фонарик. И еще один у меня с фасада. Сейчас он будет неактивный. Вот. Но если я выйду, то он тоже включится. Вот это классная штука. Вот. Покупайте хорошую автоматику.